подтянулись по зубам. Останавливаем дыхание, держим баланс. Дети, подростки, взрослые и даже пожилые люди. Порядка 150 любителей активного отдыха. На площадке стадиона «Светись» все, кто отложил накопившиеся дела и не поленился прийти сюда рано утром. Еще бы, ведь возможность сделать зарядку на открытом воздухе с профессионалами подобного уровня выпадает далеко не каждый день. Первым оздоравливать горожан вышел мастер спорта, член сборной России по боксу Рамазан Казибеков. Сразу определил фронт работ. Сначала необходимо подготовить тело к нагрузке, разогнать кровь. В первую очередь разминают руки и шею. Далее легкая атлетика, бег вокруг стадиона. Когда ты просыпаешься, ты такой вялый, тухлый, сонный, тебе ничего не хочется делать. Занимаешься зарядкой, и ты в любом случае чувствуешь прилив энергии, такого солнца в себе и желание уже что-то, чем-то заниматься дальше. Выше колени. Зажигать публику энергичными упражнениями на коленные и тазовые мышцы продолжили профессиональные фитнес-тренеры. А дальше началось самое интересное. Краткий курс обучения йоге. Позу дерева, стоя на одной ноге, научились делать все. Конечно же, я делаю с утра зарядку, тем более у меня есть маленький сын, ему 3 года. Мы с ним вместе занимаемся зарядочкой, его потихонечку приобщаем к спортивному образу жизни. 1500 любителей активного отдыха, 60 минут, более 50 видов упражнений. И все это под руководством настоящих профессионалов, знающих секреты хорошей фигуры и крепкого здоровья.